А у вас тоже есть слабость к стильной и модной обуви? У меня тоже. Но выбирать нам, конечно, всегда нужно не только по внешним качествам, но и по комфорту и качеству. И сегодня наше специальное предложение дня отвечает всем нашим женским запросам. Это ботинки Сиена. 2399 рублей. Комфорт просто потрясающий. Ты абсолютно права, Леночка. Когда мы выбираем с тобой обувь, мы, конечно, первым делом ориентируемся на красоту. Но что немаловажно, нельзя об этом забывать. Это о комфорте. И сегодня я вас хочу порадовать. Здесь два этих качества соединились воедино, и вы почувствуете себя невероятно стильно, модно и комфортно. Комфорт просто потрясающий. Это наше специальное предложение сегодняшнего дня. Они настолько легкие, настолько удобные. Вы знаете, чувствую себя как будто в тапочках. Невероятная красота и комфорт. И все это со скидкой в 1600 рублей. Это наше специальное предложение дня. Причем у нас есть несколько модификаций. У нас сегодня три модификации, Леночка. Лена для себя выбирает эко-велюр. Я хочу вам продемонстрировать эко-замшу. Посмотрите, как прекрасно смотрится. Эко-ноутбук, извините. И третий вариант – это эко-кожа. Прекрасно для всех тех, кто хочет создать свой неповторимый образ, кто хочет отличиться, выделиться, ну и, конечно же, почувствовать себя невероятно комфортно. Вот, все три модификации вы видите на экране. Еще раз – эко-ноутбук. Второй вариант эко-велюр и, конечно же, эко-кожа. Так, и размерный ряд у нас от 37 до 42. Слушай, вот сразу хочется тебя спросить, как будем выбирать размер, ведь мы не можем примерить, и как выбрать дистанционно именно на свою полноту еще. Сегодня все очень просто. Вы выбираете размер-размер. Если у вас половинчатые размеры, вы выбираете в сторону большего. Как это делает наша Татьяна? Она чувствует себя прекрасно, потому что ей они очень подходят и, конечно же, прекрасно сидят на ножке. А какая полнота? Полнота у нас. Здесь у нас с вами 9-я полнота. Так. Это говорит о том, что любая женщина почувствует себя комфортно. Например, моя мама. Она очень часто заходит в магазин и не чувствует себя комфортно, потому что обувь сдавливает ей ноги. Вообще просто, знаешь, обидно. Мы всегда выходим из магазина в таком огорченном состоянии, потому что не можем подобрать для себя ту модель, которая именно создана для нашей ножки. Ну а сегодня специальное предложение сегодняшнего дня — ботинки Сиена. 9-я полнота до 42-го есть раз. Размеры в наличии. И сразу хочу спросить, до какой температуры? Потому что я, например, очень мерзлячка такая, а наши ботинки легкие, согреют. Лена, в таких ботинках ты не будешь мерзнуть. Давайте обратим внимание, что внутри у нас с вами не только меховая опушка, но и оформлены они полностью мехом. Это эко-мех, он отличается от натурального именно тем, что прослужит он достаточно долго и согреет вас в морозы до минус 15 градусов. Вот Лена, да. Но какой он густой, посмотри. Слушай, я вообще перепутала его даже сначала с мутоном, действительно. Теплый, густой, знаете, ручки просто тепло. Минус 15 градусов, 9-я полнота и до 42 размера есть наличие. Не забывайте, что сегодня у нас действует лестница скидок, поэтому вы можете сегодня взять для себя, для мамы, для бабушки, для дочки, для сестры, сэкономить на бесплатной доставке от суммы заказа 3990 рублей. 9-я полнота, а значит, для вашей ножки. Итак, давайте посмотрим, что значит 9-я полнота. Это высокий мыс, это округлая форма мысочка. Кстати, мысочек у нас с тобой уплотнен точно. Слушай, так же. Вот я хочу спросить именно про мысочек, потому что очень часто бывает, например, у меня, у вас, наверное, может быть, тоже так бывало, когда именно мысочная зона давит нам на пальцы и к концу дня буквально даже в висках стучит от головной боли. Согласна с тобой, такое бывает. И это все из-за того, что обувь у нас узкомысая. Низкая мысочная зона давит нам, сжимает наши пальчики. Вот что происходит, когда мы с вами надеваем на себя именно узкую обувь. Давайте посмотрим на экран. И еще раз посмотрим, что наши пальчики деформируются со временем. Да-да-да. Сильное давление происходит. И действительно, именно от такого давления у многих начинает болеть голова. Но сегодня мы представляем вам женские ботинки Сиена, которые отлично подстроятся под вашу ножку. Каждый пальчик на своем месте. Здорово. Не чувствуя никакого давления. А значит, настроение у вас хорошее. И, конечно же, комфорт. Ох, это первая очередь. Конечно, но при этом красота. Вот как часто, Ань, мы отказываемся от красоты в пользу комфорта или наоборот, выбираем для себя неудобную обувь для того, чтобы выглядеть красиво. Но сегодня ботинки Сиена — это специальное предложение только сегодняшнего дня. Большая полнота, размеры до 42, до минус 15 градусов они нас согревают, при этом еще и округлый мысок не давит на пальчики и дарит нам абсолютный комфорт. Хотела спросить у тебя про подъем. Я вот знаю, что у Танюши высокий подъем. Как же она надела наши ботинки Сиена? Действительно, она с легкостью их надела. Давайте посмотрим, почему. Во-первых, мне очень нравится дизайн.
дизайн, потому что здесь у нас великолепная имитация. Именно имитация у нас с вами. Здесь шнуровки. Мне очень нравится фурнитура. Она у нас слегка черненая. И мне нравится, что здесь у нас имитация. Это эластичные вставки. Посмотрите. Имитирую нашу ходьбу. Имитирую, как будет подстраиваться ваша ножка под ботиночки. Наоборот, ботиночки под вашу ножку. Да, ваши ботинки могут подстроиться лично под вас. Мне нравится эта шнуровка. А покажи, как тянутся эти эластичные ленты. Посмотрите, сколько здесь возможностей. Прекрасно тянутся эластичные вставки. И мне очень нравится, что здесь у нас производители все предусмотрели. Они выполнены из точно такого же материала. И для плотности, и для крепости мы видим, что здесь у нас есть дополнительная прострочка. Вот это поэтому да. Такая вставка, такие эластичные ленты будут служить нам долго, а мы почувствуем себя невероятно счастливыми. Комфорт нам здесь обеспечен. Легкость, мягкость, и все это ботинки Сиена. И все это специальное предложение только сегодняшнего дня. 2399 рублей. Успейте дозвониться прямо сейчас. У нас с вами большая полнота. Размеры до 42-го. Внутри невероятный мех, который согревает нас до минус 15 градусов. Но знаешь, хочу спросить. Вот очень часто от тебя слышу, что нужен каблук для того, чтобы снять нагрузку с позвоночника. Как здесь, в этой ситуации? Здесь у нас с вами каблучок 4 сантиметра. Мне очень нравится такой подъем, потому что мы сразу чувствуем себя комфортно. Снимаем напряжение со стопы, с суставов. Прекрасно. И, конечно же, позвоночник наш не страдает от нашей походки, когда тяжелым каблуком или высоким каблуком мы с вами ударяемся об асфальт. Вот итак, так вот. Итак, давайте еще раз посмотрим на наш каблук. Он у нас с вами закругленный. Это, опять же, большой плюс, потому что, наступая на него, мы становимся на него мягко и легко мы продвигаемся вперед. Плоский ход дарит нам комфорт, каблучок дарит нам снятие напряжения, а правильная форма, анатомически правильная подошвы позволяет нашей походке быть легкой и нести нас вперед с легкостью. Ну, конечно, легкая походка, но не будет ли она скользящей? Вот безопасность зимой – это самое главное. В прошлом году у меня мама упала и сломала себе руку. Вот я не хочу, чтобы это случилось еще раз и с моей мамой, и, конечно, с кем-нибудь другим, потому что это очень печальная ситуация. Давайте мы с вами, во-первых, посмотрим на то, что у нас подошва с вами действительно достаточно мягкая, а для того, чтобы мы с вами не скользили, обратите внимание, какой великолепный здесь протектор. Он дает возможность нам устойчиво стоять на ногах. Причем не только в гололед, но и в заснеженную погоду вот мы легко будем двигаться. Безопасность, комфорт и красота. В любую погоду вы будете всегда на высоте. Позвольте себе выбрать для себя комфортную и красивую обувь. Ботинки Сиена – это наше специальное предложение только сегодняшнего дня. 2399 рублей. Не забывайте, что сегодня в рубрике «Обувь» у нас действует бесплатная доставка от суммы заказа 3990 рублей. Можно выбрать для себя сегодня ботинки Сиена, взять в подарок и при этом сэкономить еще. Звонки бесплатные. Дозвонитесь прямо сейчас и оформите свой заказ. Выбирайте для себя комфорт, безопасность и красоту.